Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале... На канале Дапук-бум вышла новая серия Скибиди Туалет под номером 61. Я ее еще не смотрел, для того, чтобы сделать это вместе с вами. После чего мы обязательно попробуем разобрать эту серию более подробно. Поехали! Где его рука? Все как обычно. Иисус! Это кто такая? Ё-моё, блин, ребята, нужно побыстрее разбирать эту серию, потому что она мега-супер крутая и эпичная, как по мне. Значит, бежит бедный оператор с оторванной рукой, и за ним едет скибидист на колесиках. Ребята, ё-моё, что дальше, блин? Мне кажется, уже дальше и некуда. Ему стреляют в лицо, а навигатор говорит: «Поверните налево». Он заворачивает. После чего нам показывают операторов, которые направляются в сторону, откуда приехал скибидист на колесиках. Как вдруг на сцену врывается скибидист Иисус. Но на самом деле я сначала подумал, что это Иисус, потом я подумал, что это Егор Летов, а оказалось, ребята, что это популярный зарубежный видеоблогер. Совсем недавно он смотрел видео Дафук-бума, а именно Скибиди Туалет. Наверное, Дафук-бум его фанат, раз он его добавил сюда, в этот сериал. Меня не добавил, например. А мне бы хотелось. Но он меня не добавил. А мне бы хотелось. Но он меня не добавил. А мне бы... Ну, вы поняли. Значит, это популярный YouTube-блогер, но теперь он скибидист. Он ослепляет своими лучами бедных операторов и расстреливает их со своих пушек-пулеметов. Подлетает к нам, направляет на нас базуки, как вдруг... На сцену появляется диско-спикер-вумен. Такого мы еще не видели. До этого у нас были обычные мужики-спикермены и титан-спикермен, но теперь во вселенной Скибиди Туалет наконец-то появился женский род спикер-вумен. Спикерменов, людей. Спикер-людей. Операторов. Вы поняли. Она четко флексит под клевый музон, как вдруг ее заметили. Скибидист залил ее светом, а она саркастически хлопает ему, типа, ой-ой, что ж мне делать, капец какой-то классный. Он стреляет в нее снаряд, а она отражает его звуковой волной. После чего она ставит себе в ножи в голову и отправляет их прямо ему в глаза. Ему это явно не нравится. Да, ему это явно не понравилось. Она делает клевую сальтушку, после чего смывает его нафиг. Эпично приземляется к нам и протягивает нам руку помощи. Очень мило с ее стороны. На заднем фоне в этот момент пролетает спикер... Самолет выглядит изумительно. Короче, спикермены начинают новую эпоху в Скибиди Туалет, потому что до этого они так себе участвовали в событиях, но сейчас они прям, ну, молодцы, потому что до этого реально их почти не видно было, либо они всегда погибали. А сейчас посмотрите на этот их звездный час. Ну и под этот звездный час они неплохо начинают танцевать и флексить. А, да, еще здесь есть Дафак-бум, вот в этом кадре. Как вам серия? Напишите в комментариях, понравилось или да. Всем пока, ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть вторая. Теперь в игре про спагетти стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров, в 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть
твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь сломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь сломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.